При Казанском федеральном университете осенью открылся детский сад «Мы вместе» для детей с особенностями развития. Об организации процесса обучения и воспитания детей в нашем следующем сюжете. Детский сад Казанского федерального университета «Мы вместе» распахнул свои двери совсем недавно, в сентябре. Однако здесь уже созданы все условия для социализации, психологической поддержки и организации комплексного процесса обучения детей с расстройством аутистического спектра. 5. Где-то? 0. Где-то? 10. 10, да? Этого смышленого мальчика зовут Карим. С самых пеленок ему интересно все, что связано с числами. Именно поэтому каждый день он с нетерпением ждет нового урока с преподавателем. Карим, ну, он функциональный мальчик, но он отвечает на вопросы, но мы часто работаем с ним, ну, потому что у нее хороший прогресс. Ребенку с расстройством аутистического спектра необходим особый подход, позволяющий погрузиться в его удивительный мир, подстроиться под его волну. Для достижения таких целей вполне успешно помогает музыка. А вот и еще одна интересная практика – карточки ПЕКС как метод невербальной коммуникации. Это способ, позволяющий ребенку выразить свои желания и потребности, а педагогу донести значение слов. Каждому родителю хочется, чтобы ребенок говорил. И вот мы поэтому используем вспомогательные технологии. И ребенок, опираясь на данные технологии, начинает произносить звуки. У-у-у. Не слышим? У-у-у. Молодец! Давай еще покачать. Для хороших результатов очень важно выстроить верный маршрут обучения и найти те методики, которые помогут добиться положительных изменений. Одной из таких является ABA-терапия. ABA-терапия – это терапия, которая используется у нас в России сравнительно недавно, а в мировом сообществе уже 60-х годов прошлого века. И сейчас набирает популярность, потому что это одна из научно доказанных методов, да, для коррекции расстройств аутистического спектра. Услышав диагноз аутизм, большинство родителей впадает в отчаяние и не знает, что делать. Однако детский аутизм – это не безысходность и не приговор. Подобные расстройства давно исследуют ученые и предлагают множество способов для успешной борьбы с недугом и всестороннего развития детей. Детский сад КФУ «Мы вместе» – тому подтверждение. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.